Саш, в чем можно обнаружить неожиданное сходство Баку и Ульяновска, родного города Дениса Адамова? В Ульяновске есть команда «Нефчи», в Баку есть команда «Волга», в обоих городах очень ветрено, в обоих городах очень теплые зимы. Мне почему-то кажется, что в обоих городах очень ветрено. И это правильный ответ, потому что негласное прозвище Баку – город ветров, а Ульяновск называют городом на семи ветрах. На семи ветрах, да.